Очень их люблю, бихарские чаши. 18,7 сантиметра, 992 грамма и номер 244. А в этот раз она еще каким-то... Они сделали ее необычно, то есть борт практически ровный. Обычно они уходят внутрь. Но при их материалах и при вообще их качестве это тем интереснее, что они делать начали какие-то разнообразия. Уже, да, появилось некоторое. Ну, клопик действительно там у нас. Я вспоминаю клопа, он был в предыдущих клипах. Если что, смотрите предыдущие серии. Там начало сериала. Он все ходит вдоль зеркала сзади, и он не хочет никуда уходить. Он туда и сюда ходит. Видимо, что-то там яркое. Извините, если отвлекаюсь. Нельзя же все время про чаши разговаривать. Но слушать их можно. Не стал я, не люблю почему-то это по кругу делать. Но люди, когда понимают, что эта чаша уже это может, они прекрасно представляют звук. Вот. Такая чаша тут маленькая, такая выщербинка есть, конечно, совершенно не сквозная, вот видите. Тут тоже есть какие-то полоски. Не, все чаши что-то там, у них какие-то есть моменты. Вот. Не идеальности, идеальности. Ну, знаете, если у вас что-нибудь треснет. Вот мне, я никогда не видел. Вот, а так мне эти бихарские чаши мне очень нравятся. При том, что действительно интересно, почему их делают только одного размера. И сегодня какая-то прямо они, ну, другого рода у нас сейчас вторая чаша будет.